не какими-то частями, но сказал бы раньше, сказал бы в январе, что вот уже 250 миллионов долларов только за один месяц. Мы бы тоже изумились. А они, знаете, как вот этот Иванов сказал, мне, говорит, докладывали про воровство в Министерстве обороны, но я молчал, чтобы не спугнуть, не показывал вид.